Сейчас буду оффроуд снимать. Сейчас Женька будет ехать. Вот пошло. А, все. Ну погнали. А не, он слышит нас? Да, конечно. Ну все. Здесь можно снимать прям. Пока карточка не кончится. Виноват, конечно, усилий. Задний привод даже не включался. Сейчас включит. Где они такие? Сзади едут. Сейчас пойдет. Походу яма чем-то засыпана. Почувствовал, как это? Мне кажется, там, наверное, большая яма засыпана щебнем каким-то. Даже не может быть такого пшена. На ремень вода попала. Да и хуй. Сейчас страшно. Вчера воды здесь не было. Не было, конечно. Родная. Жопа. Вот она жопа начинается.
И, между прочим, еще полный привод даже не включал. Нормально. Так, вот это что у нас? Там дальше будет где-то серый. Давай, не останавливайся, самый жопа. Давай. Больше такой хуйни уже не будет. Самое, что теперь смотришь, по ней проехал. Стой. Я не могу здесь. Даже не останавливайся, да, нахуй, дальше. Смотри, они, где они? Не останавливайся. Есть езда, нахуй. Если останавливаешь, то все. Они едут, смотришь? Я не вижу в зеркало. Ну сейчас где-нибудь остановись на здесь. Раз и не взяли, здесь можно остановиться. Снимал другой стороной, когда он уронился. Ну, посмотришь, блядь. Проехали? Да. Молодцы, блядь. Давай, не останавливайся, там важно. Ох ты, шапка, останавливай. Как ты думаешь? Не останавливайся. А, вот он где еще зафигачил. Да. Еще вот охуенно. Давай. Только не останавливайся. Не чем-то засыпана яма по-любому. Давай, не останавливайся. Здесь кто-то застрял уже, ветром нахуячил. Вот за ним. Снимай. А что тут снимать-то? Там уже здесь уже. Вау! Не, ну тут нахуя ты так-то. Блять, нажал, отпустил, мне кажется, так лучше. Ну все вроде. Фу. Да, слушай. 10 минут практически.